Дань! Чё? Дань! Чё? Чё это за хуем было? Это плод, ёптым кадром плывём. Куда? Куда? Ну, куды кинул реку. Зачем? Воровать чебурек. Чё ты его трогаешь? Говно твой плод какое-то. Сам ты, блядь, говно. Иди делай свою хуйню велосипедную. Будешь как педик за нами на велосипеде хуй плодно. Иди делай. Иди нахуй отсюда. Мудак, это не так должно было произойти. Урод, блядь. Иди отсюда. Пидор, блядь. На самом деле вы поняли, что я не могу работать с таким человеком. А в такой обстановке он абсолютно нестабилен и неинтересен. Поэтому мы перемещаемся ко мне в мастерскую. Да, у меня теперь тоже есть своя мастерская. Пошел нахер из моей мастерской. А-а-а! Сука, по пальцам! А-а-а! Всем здрасте, это Андрей Старый. Я знаю, что я вас бешу, и многие скажут: вот мудак ломает инструмент. Я знаю, но это дешевый инструмент, китайский, поэтому не жалко. И к чему это я? Вы, как видите, не видите Даню Крастера, но видите меня. Но вы могли уже видеть в предыдущем скетче, что Даня меня выгнал из своей мастерской и сказал: найди свою мастерскую и сделай гребаный катамаран из велосипеда. Олег, иди сюда. Так как у меня руки и жопы растут, ну, не до конца, но и жопы, помогать мне будет Олег. Для того, чтобы сделать катамаран, нам понадобится Олег – одна штука, велосипед – одна штука, куча полимерных труб. Это для чего, Олег? Я не знаю, я декорации делаю. А, окей, я так понимаю, что это нам нужно для этих загребающих, не винта. А, для ковшей. Для ковшей. Вот, что еще понадобится? Быстро. Быстро. Канистры. О, канистры. В принципе, как по расчетам из моего веса, потому что я буду плавать на этом катамаране, вот. Из моего веса, так как я вешу примерно 90 кг, а велосипед примерно 20 кг, ну, то есть мы плюс-минус, конечно, добавляем, нам понадобится... Железо, ну, где-то килограмм 130. Короче, нам нужно, чтобы вся эта конструкция выдержала 130 кг. Я видел кучу роликов на Ютубе, где люди пытаются сделать из велосипеда катамаран, и у них получается... Да нихуя у них не получается, потому что они не рассчитывают вес и идут ко дну. А мы сделаем, чтобы он поплыл. И еще зонтик сделаем. И знаешь, что сделаем еще? Короче, канистру с кровавой Мэри, с трубочкой плывешь, короче, этими. Короче, если ты будешь тонуть, мы просто привяжем еще бутылок. Таких маленьких. Я не должен тонуть. Я должен поплыть сразу же. Ладно, начинаем делать катамаран. Даня, мы его сделаем, и ты на нем, сука, поплывешь. Не я, ты. Даня, не я виноват. Все. Давай делать, короче говоря. Что делать? Мерим. Ну все? Ну да. А зачем я здесь нужен? Я же говорю, приделываю палку к велосипеду. Да зачем палку к велосипеду? Мне кажется, лучше снять заднее колесо. Ты можешь подумать об рассекателе на переднем колесе. Ну типа вот, там же будет вот два таких баллона. Да, и надо будет сделать как лоб. Я не знал, что так будет сложно. Я думал, все проще. Приделываем баллоны и плывем. Все. Все, что я хотел. Всегда говорил, что я криворукий. Это факт. Но все вещи, которые у меня были, как вещи, ну там велосипеды, даже мопед был, я чинил сам. Своими руками. Даже перебирал движок спортивный лодки. Ну, не только... Чинить. Работало потом? Работало. Удивление работало. Вот. Но, с другой стороны, я столько уже не работал руками, что, блядь, руки под хуй заточены.
Так. Ха! Ха! Вот так. Да, качество. Короче, в принципе, фронт работ понятен. Нужно сделать еще вот три такие штуки и прикрепить их с четырех сторон к раме. И, в принципе, все. И можно спускаться на воду. Ну, кое-что надо делать с колесом, потому что раскололись вот эти фунфурики, или как они там называются. Короче, да, по пизде один пошел. Надо просто доделать. Но это все произойдет за кадром, и уже на испытании нашего великолепного катамарана, водного мотоцикла, велосипеда, катера и рыболовного судна, вы увидите финальную работу. Ну, я покажу, как прикрепить. Так что, let's go на озеро. Подождите, let's go на озеро. Блять, на озеро Олег поехал. Я так что придумал держатель для саморезов. А ты на озеро. Погнали. Вот поэтому Олег нигде не работает. Я работаю в кликлаке. Пау! Все, поехали на озеро. Ну точнее, доделать потом на озеро. Так, ну что, вот мы приехали на природу. На природу мы приехали. Сейчас ветрено, так что сорямба, простямба, извинямба, но с ветром сделать ничего невозможно. Как и говорил, до этого нам понадобилось сварить две рамы под вот эти бочки, которые будет Олег устанавливать, чтобы наш велосипед поехал. Так, велосипед вот. Ой, сейчас мы все это сломаем и никуда не поедем. Рама раз, рама два. В процессе увидите, как это все крепится. Вы видите уже по этой, по самой, ну, по натуре, так сказать, натуре. Господи, у меня нет уверенности, что велосипед попадет, потому что он сейчас весит за счет. Олег, ты что сделал вообще? Я сделал обвязки. А Олег сделал обвязки, чтобы держались баллоны. Больше это похоже на Mad Max. Короче, вот. Но сейчас мы это все установим, закрепим, поставим руль. И вот там водоем. Ну покажите водоем. Ну, водоем, вот. Чтоб я не врал вам, вот там водоем, мы туда его поставим и пойдем ко дну. Ну а если не пойдем ко дну, значит у нас все получилось. Но посмотрите на этот агрегат адский. Сам сатана скажет, что это сатана. Даня, твои рекомендации. Хуй его знает, пиздец, пиздец. По крайней мере, этой хуйней обороняться можно. Дадил, значит, такой стиль, что нашел на полу, да, то прикрутил. Что нашел, то прикрутил. Ладно, ребят, собираем, короче, и потом отправляемся на нем плавать. Вот он, наш водный мотоцикл. Что это такое? А, нет, даже катамаран. Похоже, это больше катамаран. Короче, водный велосипед. Короче, пишите в комментариях, что вы считаете, как, что это и кто это и как это называется. Давайте быстренько пробежимся, потому что мы сделали. Короче говоря, вот она рама. Олег ее чутка усилил. Усилил настолько, что велосипед стал весить килограмм на 20 больше. Велосипед тут не нужен. Велосипед, здесь лишние детали. Велосипед нужны только седло и руль. Водоизмещение до одного. Суденышко 160 литров. Вот вы плаваете на тоннажах, а мы на литрах будем плавать. Вот, 160 литров. И мы немного доработали наше а-ля водное колесико. Что сделали, Олег, быстро? Я просто... Приделали сапоги лепреконы. Лепреконы нынче ходят босиком. Ну, пока лето, возможно. Короче, во всей этой истории сейчас самое главное испытание. Даже если эта хероборина пойдет ко дну, она настолько эпично выглядит, нереально эпично, что даже Даня сидит и вот у него слюни капают. Отсоси, Даня, отсоси, мой велосипед лучший, соси. Короче, эта штука прямиком из водного мира. А если потонет, ну как бы испытание на то испытание, чтобы понять, работает, не работает, не работает, доработаем. Только вот, если честно, очень не хочется вести ее назад, но придется. Давай с полтарей вот просто. А я думаю, что мы с полтарей будем взлезать. А сейчас испытание. Даня, что ты, скажи что-нибудь. Мы старались. Точнее, я старался. Хуйня собачья. Да что ты везешь, тебе он нравится? Он тебе реально нравится? Не, крутая хуйня. Вот. Давайте испытывать, полезем в воду.
Еее! Так, подожди. Да сколько? Топчик! Еее! Это мы не учли! Ну слушай, ну он плывет! Он плывет! Твою мать! Подожди, я еще же скорости могу переключать! Слушай, ну тут такой руль! Рулится! Работает! Я тоже об... Работы сделать более быстрый, более устойчивый, но самое главное, первое испытание пройдено, и он плавает! Впрочем, как и я. Что я хочу сказать? Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, все ссылки в описании, инстаграм, там, ну все остальное. Ну и это, предложения свои пишите в комментариях, что сделать. И до следующего выпуска. Спасибо!